Так, мини-трактор.укр, видеообзор косилки для мототрактора или мотовока КР-06М. Это полтавская косилка, трехдисковая, имеет захват 120 сантиметров. Вот три диска. Каждому установлено вот по 4 таких сегмента. Приводится движение от шкива через редуктор. Вот есть такой натяжитель ремня, чтобы он не провисал в любом положении. Потом монтируется, устанавливается вот такой навесной механизм, который устанавливается под трактор или под мотоблок. С помощью гидравлики регулируется положение самой косилки. Вот. Захват, повторяюсь, 120 сантиметров. Самая широкая скос, которая, в принципе, сейчас существует у нас в продаже. Вот. Редуктор вот, находится с правой стороны. Вот. Все три диска приводятся в движение от ремня. Повторюсь, вот от этого. От шкива мототрактор. Рассчитан от 15 до 24 лошадиных сил на трактора устанавливается. Вот. Товар представлен у нас на сайте. Более детально, где можно глянуть описание и оформить заказ по ссылке, которая под видео. Также подписывайтесь на канал и получайте новые свежие обзоры. Смотрите с техникой, с тракторами, с навесным оборудованием. Также смотрите другой ассортимент у нас на сайте. Повторяю, наш сайт mini-traktor.ukr. Производитель мини-тракторов. Заходите на сайт, выбирайте, обращайтесь по телефону. Работаем без предоплаты. Доставочка осуществляется бесплатно. Вот. Всем хорошего дня!